Альфия Шумарова уже 45 лет живет рядом с рекой Татьянкой. Вместе с соседями следит за чистотой любимого парка. И на субботники выходит регулярно, а когда гуляет, придерживается принципа «чисто там, где не мусорят». Люди, которые здесь отдыхают, в основном местные. И последние годы, я хочу сказать, замечено уже, что отдыхая, они за собой убирают мусор и забирают его в контейнеры. А кто оставляет, это уж чужие люди. Первый массовый субботник на берегу Татьянки провели еще 7 лет назад. Тогда эту территорию сложно было назвать экологически чистой, но с каждым годом усилия горожан приносят ощутимый результат. Теперь здесь гулять одно удовольствие. В 2010 году у нас здесь была просто вот одна мусорка. И потребовалось, наверное, несколько лет, чтобы это все убрать. И теперь, да, теперь нам легко. С каждым годом на субботник к берегу выходит все больше жителей. В этот раз собрались более 50 человек. Достаточно теплая обстановка в прямом переносном смысле. Сегодня вышли общественные организации, граждане, жители прилегающих домов. Достаточно большая активность, за что им большая благодарность. Весь мусор с прибрежной части убрали всего за несколько часов. А когда берег чистый, то и местной фауне жить приятней. Виктория Шара, Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.